Проводится рейд с целью выявления нарушений в газовом оборудовании. И вручаем такие вот памятки о мерах пожарной безопасности. Пожарные снова вышли в рейд. На этот раз в центре внимания газовое оборудование в жилых домах. Вместе с сотрудниками обслуживающей организации они посетили квартиры зареченцев, чтобы проверить исправность приборов и напомнить о мерах безопасности. В 2017 году в России из-за взрывов бытового газа пострадали десятки людей. В Саратове, Таганроге, Волгограде, Алтайском крае, Ижевске обрушились дома, есть погибшие и раненые. Чтобы не допустить подобных случаев в Заречном, и проводятся такие проверки. В основном исправная, да. Ну, бывают где-то в соединениях утечки. Ну, это уж микро. Ну, устраняем их. Участники рейдов не только проверяли исправность газового оборудования. Пожарные рассказали зареченцам о мерах безопасности, о том, что нужно делать, если в квартире чувствуется запах газа. Нельзя включать электроосвещение, электрооборудование, которое находится в помещении. Также необходимо срочно перекрыть газовый кран и открыть окна. И в том числе вызвать аварийные службы на место происшествия. Специалисты еще раз напомнили горожанам о том, что нельзя оставлять работающие газовые плиты без присмотра. А если есть малейшие подозрения на неисправность оборудования, нужно немедленно обратиться в обслуживающую организацию. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».